его дух творчества снова вернулся в исторические стены здания художественной галереи, существовавшей здесь еще с 30-х годов 20-го столетия. Красавица Рига сегодня снова обрела утраченную частичку своего историко-культурного наследия. И мы рады, что нам довелось открыть новую страницу в ее творческой жизни. Дамы и господа, в рамках торжественного открытия нашего центра мы представляем нашим гостям уникальную коллекцию произведений Лембета Мурника под тематическим названием «Моя жизнь в Латвии». Всех сил будем стараться, чтобы наш центр стал настоящим культурным центром притяжения горожан и гостей нашего прекрасного города. Спасибо за внимание. Отдыхаем!